Егорс написал все тексты песням нашего мюзикла. Мы начали выделять самые сильные моменты из этой истории, чтобы создать песни, чтобы эти песни стали ключевыми моментами в нашем шоу. Меня зовут Марфа Строгов. Я мама Мишеля Строгова. Я всю свою молодость смотрела сериал «Михаил Строгов». С моей бабушкой смотрела вместе. Так что я посвящаю эту роль моей бабушке. Анита, они меня с этим пёс замучили. Давай. Вы играете русского царя. Как вы думаете, каков характер царя? Je pense un homme bon. Это хороший человек. Et qui veut justement sauver un maximum de gens dans une guerre. Который хочет спасти свой народ в войне. Вашему малышу, когда он чуть-чуть подрастет, будет интересно теперь узнать эту историю? Теперь, раз мама играет Надю, должно быть интересно, это естественно. А в России ты была когда-нибудь? Ты даже не в России? Нет, никогда не была. Хотела бы приехать? Очень хотела бы. Ты очень похожа на русскую девушку. А мне уже говорили, что я похожа на русскую девушку. Я думаю, мы съездим в Иркутск и покатаемся на кибитке. Кибитка! Moi je dis ça, mais. Peut-être un peu fort. Peut-être pas très bon. Нормально же. Или не нормально. Peut-être trop. Ань. Peut-être trop. Насколько мне сказали, что будет еще в этом мюзикле участвовать Анита? J'ai été sur internet voir. Я пошел на сайт в интернет и посмотрел, какая Анита. Но надо же! На-на-на! Ой, ты всю музыку знаешь! Я смотрел, потому что я хотел понять, кто с нами работает. У нас много сильных моментов, много сильных сцен. Вы хотите знать, как пишется настоящая серьезная музыка рок-н-ролльная? Мы сейчас находимся в доме нашего композитора, у Фабрисо Костелло. У него здесь не просто дом, а у него еще здесь есть студия, оснащенная супероборудованием. На этом пульте заведены полностью все действия, которые происходят вот во время сведения песни вот на этом мониторе. Я хочу знать, что... Чтобы он мне еще раз пел тут свои мелизмы. Вот они напоминают какие-то такие азиатские заморочки. Malgré tous les dangers, malgré toutes les peines, tu as pu surmonter la souffrance et la C'est par le devoir, mais ton sens de l'honneur Sur le fil du rasoir, jamais tu n'as eu peur Comment ça s'appelle la billetterie sera ouverte.
Et tout le monde pas produit. Par contre, on a déjà des commandes de Michel Strogoff. On a ça y est, toujours y est. Là, Michel Strogoff. Tu vois, ils douzent les clubs, les gens, ils nous préviennent, ils nous appellent. Et ils nous disent donc. Regarde. Смотри, вот это их бронирование. Вот это симфоник, это Strogoff. C'est proche, c'est maintenant. Mais ils ont déjà dit Strogoff. Посмотри, сколько уже Strogoff. Мы уже знаем, что эти люди будут нас покупать первый раз. Марсель. Нант, Монпелье. Париж. Вот так выглядит диск DVD сериала «Михаил Строгов». 7 экранизаций проходило это произведение во Франции. Михаила Строгова любят от мала до велика все во Франции. Одни только мы, русские, не читали этого произведения. Но теперь мы скоро его можем увидеть. Вот так. Вот они со мной советуются по поводу костюмов. Хорошо. Notre voix de la Russie, Anita. И наш голос из России, Анита. Спасибо. Merci. Moi j'ai fait peut-être, mais c'est pas. Est-ce que l'amour peut te tremper? L'amour peut refaire briller le soleil lorsque le jour est d'un noir sans pareil. Est-ce que l'amour peut s'en aider à triompher quand les vautours ne pensent plus qu'à tourner. Что бы вы хотели пожелать зрителям в России, которые придут на этот мюзикл? Я надеюсь, что понравится этот мюзикл в России. Эта пьеса была написана Жюлем Верном. Au moment de la venue du tsar à Paris. В момент, когда царь приехал в Париж, русский царь приехал в Париж. Et je pense que ça serait bien que cette nouvelle version. И было бы хорошо, если бы эта новая версия. À nouveau un lien entre nos deux pays. Связала наши две страны. Et il ne faut pas oublier. И не надо забывать. Qu'un chanteur. Что певец. Est un médecin. Это доктор. Qui fait du bien aux gens. Который лечит людей. Mais qu'on applaudit. Но ему еще за это и аплодируют.